Сгоревшую крышу дома 7 на улице Андропова восстановят за счет средств регионального фонда капитального ремонта. На это потребуется около 1 000 000 рублей. В начале сентября состоятся торги по выбору подрядчика. Городские власти уже подготовили необходимую проектно-сметную документацию. На выполнение работ отводится 1-1.5 месяца. По плану до конца октября на доме должна появиться новая крыша. На втором этаже поврежденного после пожара здания расположены 4 квартиры. В 2 из них проживают люди, еще 2 пустуют. В фонде понимают, что работу нужно успеть сделать до наступления холодов. Как только получили информацию, письмо мэрии о необходимости включения в краткосрочный план, подготовили все документы и отправили в правительство Ярославской области для того, чтобы при актуализации текущего плана на 2016 год этот дом был включен. И не дожидаясь соответствующего решения, мы уже с опережением объявили конкурс, и на сегодняшний момент есть возможность у подрядчиков подавать заявки. До 1 сентября мы принимаем заявки и, соответственно, подводим итоги. До конца недели, если подрядчики готовы будут выполнять работу на данном доме, найдутся такие, то, соответственно, до конца недели мы определимся с тем, кто будет делать ремонт на этом доме. Осенью в деле капремонта грядет новация. До 16 октября должен быть сформирован реестр квалифицированных подрядчиков. По новым федеральным правилам все торги теперь будут проводиться через электронные аукционы. И чтобы в них участвовать, организация должна состоять в реестре квалифицированных подрядчиков. Вести реестр будет региональный департамент госзакупок. Для включения в него уже сейчас подрядные организации должны подавать все необходимые документы.